Бюджет следующего года уточнен. С учетом всех дополнений общий объем дохода города составит 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Объем расходов 4 миллиарда 900 миллионов. Получается, что дефицит бюджета составит около 200 миллионов рублей. В бюджет следующего года заложено повышение размера ставок окладов работников бюджетных учреждений Брянска на 6% с 1 октября 2012 года. Главный, естественно, вопрос – это вопрос бюджета на 2013, 2014, 2015 года. Я считаю, что данный вопрос рассмотрен плодотворно. Замечаний у контрольно-счетной палаты и правового комитета у нас достаточно, поэтому до малого совета дано финансовому управлению распоряжение доработать проект бюджета, поэтому я думаю, что все основные требования, которые были к финансовому управлению, они будут учтены. И я думаю, что Малый Совет поддержит бюджет города Брянска и вынесет на сессию городского совета. Также изменено положение, определяющее порядок предоставления субсидий предпринимателям. В предлагаемом варианте безвозмездные выплаты из бюджета города могут получить те бизнесмены, которые занимаются жилищным хозяйством, в том числе капитальным ремонтом многоквартирных домов. А также те, кто содействует трудоустройству подростков и молодежи. Субсидии будут выделяться и при реализации программ по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Брянске. С учетом дополнений финансового управления и замечаний контрольно-ревизионного управления, бюджет будет рассмотрен на Малом Совете городскими депутатами. И уже после главный финансовый документ города будет принят окончательно.